Жизнь и здоровье наших детей, пожалуй, самое ценное богатство. Мы их с самого детства пытаемся уберечь от беды и учим, как избежать чрезвычайных ситуаций. Сотрудники ГИМС накануне провели награждение участников конкурса «Вода ошибок не прощает». Для торжественного мероприятия, посвященного награждению победителей третьего городского конкурса «Вода ошибок не прощает», на сцену внести государственный флаг Российской Федерации, флаг МЧС, флаг города МИАС. Сотрудники МИАСского отделения ГИМС уже третий год подряд проводят конкурс «Вода ошибок не прощает». За эти годы в нем приняли участие уже около 15 тысяч школьников из 21 школы города. Цель данного мероприятия – профилактика несчастных случаев на неокрепшем льду и на воде среди жителей МИАСа и в первую очередь среди подрастающего поколения. Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. Если дети не будут подготовлены, значит, и уметь правильно себя на воде, то, в общем-то, это близко к трагедии, чего мы в этом году, к счастью, по нашему округу не допустили. В этом году у нас ни один ребенок не погиб. Для того, чтобы подготовить его, соответственно, надо его вот в такой вот манере, скажем, как мы считаем, игровой, различными способами, скажем так, научить правильно себя вести на воде. Значимость его, она не измеряется, в общем-то, жизнью наших детей. Она безгранична. Рисунки, плакаты и фотографии украсили фойе Дворца культуры автомобилестроителей. Из них будет выбрана самая интересная и запоминающаяся работа, содержание которой сможет послужить уроком и предостережением для многих.